В Дзержинском районе оперативники задержали подозреваемых в сбытии действующих наркотиков. По оперативным данным, подозреваемые, ранее судимые 20-летний житель Кировского района и 19-летний житель Красноармейского района, на протяжении полугода выполняли функции закладчиков наркотиков. В ходе досмотра оперативники обнаружили у задержанных закладки с наркотическим средством, а в результате дальнейших обысков несколько десятков расфасованных свертков. Изъятого мефедрона хватило бы для изготовления около 2500 разовых доз. Задержанные на период следствия будут арестованы. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. В Паласовском районе задержан несовершеннолетний водитель с признаками опьянения. Инспектор ДПС для проверки документов остановили автомашину ВАЗ 7-й модели, за рулем которой находился 17-летний учащийся. У него не было водительского удостоверения, он отказался пройти медицинское освидетельствование, а автомашина принадлежала его семье. Полицейские установили, что в сентябре прошлого года подросток, состоящий на учете, уже задерживался при аналогичных обстоятельствах. В настоящее время полицейскими составлен протокол за езду без прав и собран материал на возбуждение уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. ГИБДД предупреждает родителей, штрафы и лишение прав – это не основное последствие ситуации, связанных с передачей управления транспортным средством несовершеннолетнему. Во избежание трагедии контролируйте и пресекайте попытки своих детей самостоятельно сесть за руль. Ведь подросток рискует не только получить серьезные травмы, но и поплатиться жизнью.